Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Учиться на права станет дороже. Автошколы собираются поднять цены до 15% весной. Обусловлено это будет подорожанием бензина, но главное — вступлением в силу с 1 апреля новых правил сдачи экзаменов на права. Напомню, что практическую часть автодром и город объединят в одно испытание. Трасса 101. ГИБДД напомнила, что каждый гражданин России может помочь в борьбе с нарушителями ПДД. В письменном заявлении необходимо указать дату, время и адрес правонарушения, регистрационный знак транспортного средства, еще модель и цвет. Доказательство – это фото или видеосъемка. Анонимки ведомство рассматривать не будет. Также специальная форма для сообщения о случаях игнорирования ПДД имеется на сайте госавтоинспекции. Трасса 101. В 2020 году в нашей стране средняя цена нового легкового автомобиля достигла отметки почти 1 миллион 700 тысяч рублей. Это больше показателя 2019 года на 7%, то есть выше уровня инфляции. Машины премиального сегмента подорожали еще заметнее, плюс 13%. Их средний ценник вплотную приблизился к 5 миллионам. Очередной рост цен на автомобили прогнозируется в скором времени после повышения утилизационного сбора. Трасса 101. 1 марта начнутся продажи Renault Duster второго поколения. Стоимости комплектации пока неизвестны. Сейчас цены на внедорожник начинаются от 840 тысяч рублей. Сказать, что машина кардинально изменилась, нельзя. В основе все та же платформа B0, но глубоко модернизированная. В линейке моторов появился 150-сильный бензиновый турбодвигатель объемом 1,3 литра. Трасса 101. А Toyota запустила продажи RAV4 с новой опцией управления некоторыми функциями автомобиля с помощью мобильного приложения. Стартовая стоимость кроссовера почти 2 миллиона 400 тысяч рублей. Приложение позволяет найти автомобиль на парковке, отследить такие параметры, как пробег, среднюю скорость или маршрут. Также есть возможность связаться с экстренными службами, зафиксировать полученные в ДТП повреждения и геолокацию. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.